просто. Олег, я тебе... Все понимаю, как бы. Мы здесь за это, мы с тобой пришли. Нас тоже снимают, расслабься, обними тетю. Нас тоже снимают. Шалом, поздоровайся. Один очки сейчас снимаю. Надо меня снимать. Марина! Не палатки, снимайте, все рассказывайте. Я только что хотела это сказать. На третий этаж.
Вот. А я смотрю. Ничего.
Дать не посмотрим. Шалом. У нас по-русски как дача. А как на грудке? По-русски дача, правильно? Какие цветочки. А можно попробовать целое дерево снять как-нибудь?
кактус красивый. На больших листьях какие-то маленькие. Смотри. Это цветочки, наверное, будут, да? Цветочки, наверное. Нет, это так остается. Я себе помог поставить. А, блядь. Прикинь? Блин. Не бери, вкалывай, я только что вытащила. Саноза. Мама, таси. Я говорю, что мы сделали в Португалии. Я говорю, что мы сделали в Португалии. Я говорю, что мы сделали в Португалии. Вот, ты мне не верила. Рима, я тебя предупреждала. Но надо вытаскивать. Представляешь, еле вытащила. Вытащила. Ну что, только зубами вот так. Все. Ты представляешь, они вот так. Вот мелкая. А зачем ты эту лагала? Хотел, а Олег попросил поднять круг с земли, чтобы сфотографировать. Пипец. Все, я вытащила. Представляешь? Арина. Надо аккуратней, надо аккуратней. А сама это самое. Да? Смешно. А если в попу сунуть? Москва не знает ответа. Рима, Москва предупреждала Израиль. Слушай меня, Москва предупреждала Израиль. Я еще не могу вот это делать. Поцелуй руку! Сшибись. Вики, поли меня, мне кажется, у меня где-то это немножко.
Слушай, надо узнать, интересно. Но... штаны вытирать, типа. Щипчики. Вот, ваша страна Израиль принимает москвичку, вот, вот. Да, да. Ради кого? Еще ради кого? Кто попросил взять? Да, ты просил. Молодец. Ну такой умный. Подними мне. Я как дура. А я мучаюсь. А вот это тоже. Блядь.